кабинете участкового Наталью Ржеускую хорошо знают, но женщина вовсе не нарушает закон, она выполняет обязанности домкома. Когда у соседей замолкает голос совести, приходится звать на помощь сотрудников правопорядка. Кто-то там напился, кто-то там подрался, кто-то еще там что-то такое. В общем, любую помощь, которая нужна такая в плане правопорядка, приходится звонить участковому. Причем он никогда не отказывает ни в выходной, ни ночью поздно, ни вечером. Он всегда в зоне досягаемости. Телефон Рамиза Мамедова не замолкает круглые сутки. Участковый уполномоченный всегда должен знать, чем живет район. Да, на районе. Все, подойди, сейчас я подойду к вам. Придя на службу 5 лет назад, Рамиз Мамедов сразу окунулся в непростую атмосферу житейских конфликтов. Первое, что сделал участковый, пошел знакомиться. Заходил в каждый подъезд, раздавал визитки. Меньше чем через месяц его уже знали в лицо, а в этом году Рамиза Мамедова признали лучшим участковым центрального района. Его фото на доске почета в администрации города. Секрет успешной работы, говорит полицейский, это внимание и уважение к людям. С жильцами у меня, в принципе, отношения очень хорошие, налаженные с ними отношения. Они очень бдительны, стараются во всем помогать, так же, как и я им. Вот так вот и работаем. Служба участковых уполномоченных – одна из старейших в системе органов внутренних дел. Именно ее сотрудники часто одним из первых попадают на место происшествия. Также участковые собирают информацию, которая помогает заранее вычислить преступника. Они вникают в семейные ссоры, следят за порядком в сфере торговли, борются с подпольными казино. Только в этом году участковыми Сочи раскрыто более 700 преступлений. Свой профессиональный праздник полицейские встретят на рабочем месте, ведь главное для них – это спокойствие в городе. Татьяна Нагорская, телекомпания «ФКТ».